Добрый день, друзья! Канал «Кубачинское серебро». Продолжаем знакомить вас с нашей продукцией, продукцией кубачинских мастеров. Напоминаем, все изделия делаются вручную мастерами. Весь процесс приготовления полностью ручной. Такой вот набор на одну персону называется серия «Эгоист». Они потому и называются «Эгоист», что на одну персону. Есть такие же наборы на 6, на 12 персон, но сегодня рассмотрим именно на 6 персон. Идут вот в таких коробочках наборы, бархатная коробочка, и снаружи, и изнутри покрытая темно-синим бархатом. Но бывают также разновидности коробочек, иногда от поставщиков приходит бордовый, значит, бархат темно-красный. Значит, в комплекте 4 предмета. Нож, столовая ложка, вилка и чайная ложка. Общий вес примерно 220-225 грамм, плюс-минус. Значит, нож имеет вот такой вот рисунок. Очень глубокая чеканка. Здесь вот стоит проба именик, два клейма. Лезвие нержавеющая сталь. Часто очень спрашивают клиенты, купившие наборы, что обнаружили, что у них лезвие не серебряное. Серебряных лезвий не бывает на столовых ножах, на наборах. Серебряных наборах на всех идут лезвия из нержавейки. То есть не бывает серебряных лезвий. Почему? Потому что очень мягкий металл и будет просто нефункциональным такой ножик. Он не будет у вас ничего резать. Здесь вот на лезвии также имеются вот такие зазубрины для удобства использования. То есть всеми наборами у нас, которые приобретаются, ими можно пользоваться непосредственно в быту, дома, значит, использовать и для употребления пищи. Длина 24,5 сантиметров, 24 сантиметра, 4 миллиметра, если быть точнее. Такой вот двусторонняя такая чеканка. Вместе соединения стоят вот проба именик, два клейма, проба пробирной палаты, именик изготовителя. Также мы даем ГОСТовский сертификат ко всем нашим изделиям. Ну, удобный довольно-таки ножик. Ложка столовая. Длина 20 сантиметров. Довольно глубокая чашечка у нее. Также имеется вот на лицевой стороне вот такая вот глубокая чеканка у нее. Гравировка, чеканка. Обратная сторона гладкая. Здесь можно, кстати, делать поздравительные всякие надписи, если вы берете на подарок какой-нибудь юбилей. Значит, здесь можно делать гравировку, вензеля, инициалы и так далее. Вот есть место. То есть на лицевой стороне места как такового нету, а вот на задней стороне можно делать. Здесь же на ложках, вилках, вот в этом месте, в узкой части ставится проба и именик. Если же здесь рисунок, то ставится вот в этом месте, там где гладко. Обратная сторона гладкая у чашечки. Ложечка 20 сантиметров в длину. Вилка тоже имеет длину 20 сантиметров и аналогичный вот такой же рисунок. Очень глубокая чеканка. Задняя сторона гладкая. И здесь также мы видим пробу и именик, два клейма. 20 сантиметров длина вилки. И чайная ложечка. Чайная ложечка длиной 14 сантиметров. Это стандартный размер. Чайные ложки, они даже не от столовых, а от десертных наборов, тоже имеют длину 14 сантиметров. Поэтому вот такой вот у нее аналогичный рисунок. Такая же чеканка. И на обороте тоже стоят проба и именик. Такой вот набор. Очень популярный набор. Пользуется спросом. И, значит, для того, чтобы не возникало лишних вопросов, вот такое вот видео подробно обо всем рассказывает и показывает. Поэтому набор очень красиво смотрится. Именно вот так вот он здесь к
крепится на вот этих резиночках, все закрепляется, и он там фиксируется, и ничего никуда не падает. Так вот они вот держатся, все предметы. Значит, более подробная информация со всеми характеристиками, с ценами у нас на сайте. Значит, ссылка на сайт под видео в описании. Магазин у нас недалеко от метро Ленинский проспект, практически в центре Москвы. Доставка осуществляется службами почтовыми, курьерскими, транспортными компаниями практически по всему миру. Значит, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас на нашем канале снова. До встречи.